стану слезать со сраного дерева. Не хочу! Я никуда больше не пойду. А ты все еще тут? Естественно. Мне же своего клиента защищать. Да, да, точно. Ты же типа адвокат. Если вдруг надоест повторять эту ложь, то можешь спокойно уходить. Забавный факт. Мы, Небу, не способны врать. Неужели тебе и вправду так тяжело поверить, что я просто пытаюсь защитить невинных своим большим сердцем? И кроме того... Эй, злюка-волшебник, у тебя случайно нет судебного дела? Мое секретное оружие. Она права. Поторопимся. Нужно идти. Триумф ждет. Я тебе нужна. Секундочку. Так, не будь вы скрытый замысел или типа того. Хоть как-то на меня повлияет? Нет. Ладно, оставайся. А насчет тебя, давай-ка я напомню, как работают эти магические наручники. Правило первое. Попытаешься их снять, они взорвутся. Правило второе. Если отойдешь дальше, чем на 1000 метров, они взорвутся. Правило третье. Если я умру или мое сердце перестанет биться, то они... Взорвутся. Правильно. Я так тобой горжусь. Но если снова так убежишь, то получишь еще один синяк. Океан. Чувствуешь? О, мы прошли целых 5 километров. И всего за 2,5 часа. О, никогда не был так далеко к северу от Парчертауна. Эй! Ого, слава звездам. Что там в случае? Шик, это ты? Привет, дядя. А, да, Мефисто случился. В итоге там много людей пострадало. И те птицы работают аж с момента прилета. Я веду его туда, где его накажут. Оу, а ты почему с ними, Ашик? А, ну, этим двоим, очевидно, нужна помощь. И я просто решила быть рядом. Куда они, туда и я. Вот 10 серебряных. Пожалуйста, отправь сообщение в Веридию. Скажи им, что леди Зигфрид арестовала того, кто разрушил Парчертаун, и она уже возвращается. Стоп, прости, Веридия? Ты сказала, мы идем в столицу. Да, идем. В мою столицу. Я Верид... Ты веридианец. Конечно же, блять. Знаешь, со столицами это не совсем так работает. Он должен был меня привести в нормальную столицу, а не в эту херь. А что же произошло с твоим большим сердцем? Нахуй тебя, нахуй это. Я иду домой. Что? Тебе все равно с нами не место. Ты владелец магазина. Ашик, этот магазин единственное, что стоит между тобой и полным провалом. Но, опять же, я не могу просто оставить своего клиента, да? Ха, так и знал. Я неотразим. Ашик, ты не пойдешь в Веридию. Когда отчаливаем, капитан? Ура, с возвращением. Когда там будет лодка в Веридию? Что, вчера? Ты была на ней? Ты так сюда попала. А, точно. А сколько ждать следующую? 7 месяцев. Они здесь редко. Ха! Только подумай, сколько времени мы можем потратить на то, чтобы узнать друг друга. 7 месяцев? Да было бы быстрее. Эй, а сколько за повозку? За мою повозку? Она мне нужна для запасов. 40 золотых? Чего? Давай 50. Твою мать, эта сучка при деньгах. Ладно, вперед, детки. Ашик, последнее предупреждение. Пока, я уже ушла. До встречи. Волшебная повозка! Все правильно, детка. Сама едет, никаких лошадей. О, как жаль. Я бы с радостью нарисовал много лошадок во время поездки. Стой, веридианка, пока ты не уехала. Дай моей племяннице это и скажи, пусть звонит в него, когда испугается. Да, без проблем. Так, мы теперь друзья-путешественники, да? Волнующе, не так ли? Волнующе, не так ли? Конечно, подруга. О, так загадочно. Почему ты постоянно шлем носишь? Для защиты головы. Снимай и покажи личико. Нет. Давай. Нет. Ай, блядь! Фу, фу, ну боже мерзость. Мой! Будто из леса вышла. Да, как же отвратительно. А, что-то уже не слишком. О, не-не-не. Ты посмотри на эту часть лица. А, господи. Я сначала не увидела этот Боже, как же мерзко. Я знаю. О, ну, мы остановились. О, мы разобьем лагерь? Да, я надеюсь, у вас есть спальные мешки. О,
Блин, похоже, не взяла. Ну, ты же не дашь мне замерзнуть насмерть, да? Привет. Привет. Знаю, мы пока не сильно ладим, Зигвард. Зигфрид. Зигфрид. Но могу ли я одолжить хотя бы подушку? Она сделает ночь более терпимой, и я была бы очень признательна. Вот, возьми. Все в порядке, правда. Я просто возьму Гамберсон с камнем внутри. На самом деле это удобнее, чем кажется. Буду спать на другой стороне. Спасибо. Мефисто! Палатка для тусы! Залезай! Ух ты! Это же самая лучшая в жизни поездка на казнь. Так и есть, приятель. О, извини, Зигфрид. Здесь место для двоих. Ай. Эй, пс. Мефисто, не спишь? Ага. Тоже не спится, да? Эй. Слушай, мы небу не очень любим говорить о наших чувствах и личных вещах с другими, но сегодня был довольно сумасшедший пиздец, чувак. Я не могу перестать думать, типа, я видела, как умирают люди, те, кого знала. Ты ведь не в самом деле это делал? Я... не знаю. Ах, блин, чувак. Мне было нехорошо, еще с Парчертауна, и не только потому, что этот рыцарь повредил мне легкое, я не знаю. Как будто у меня какая-то болезнь. Эй, эй! Тут разговор с клиентом! Зона детей, свали! Шш, заткнись нахер! Что? Шш. Слушай,